ТГТУ планирует вести раздельный сбор мусора. Это один из проектов участников Международного молодежного форума, который сегодня начал работу в Тамбовском государственном техническом университете. Форум «Экологические глобальные региональные инициативы», сокращенно «ЭкоГрин», объединил студентов не только из нашей области. Среди гостей делегация Белостокского университета, а также представители фонда Ромуальдо дель Бьянко из Италии. У будущих экологов много предложений по охране окружающей среды. А начать решили с себя, точнее, с вузовских столовых. Контейнеры для разделения мусора. И такие контейнеры, самой первой партии, начнут функционировать в А-корпусе, там, потому что наибольшее количество студентов, в столовой. И посредством этого мы покажем, что очень важно разделять и приучать студенчество к правильному экологическому мышлению.